Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок, и сегодня мы продолжаем играть в силлогизм. Внезапно. Интересное название у игры. Что оно значит, я не знаю. Я не это. Не загуглил. Наверное, что-то значит. А тот же стрим, мы продолжаем отгадывать головоломки. Да, продолжаем. Мы на болотах Луизианы. Мы пошли на болото. Пока что мне нравится. Игрушка отличается от прошлых частей всех. Дверей нет, есть стрелочки. Ну да, стрелочки, вот они есть. Есть компаса. Ну что ж, доставает же Воробей свой компас. Удача при мне. И давай. Давай. Будем сейчас решать. Так. Еще чуть-чуть игру потише сделаем. Карта. X marks the spot. Карта сокровищ, да? Красная, зеленая, синяя, желтая. Ведет к сокровищу. Ну, по-моему. Не, мне, блин, классная тематика, пиратская такая. Надо сокровище. Ну давай, это, в общем, надо красную стрелку направить на север. Ага. Зеленую потом на восток. На восход солнца. Синяя снова на север уже показывает. И желтая снова на восток. О, сокровище нашли. Хорошо. Хорошо. Отлично. Так, а тут есть разница, в каком порядке отгадывать? Я тут не вижу цифр. Видимо, здесь... А, ну, тут закрыто, да, поэтому порядок имеет значение. Пошли сюда. О, ну тут у нас целый лабиринт. Интересно, здесь две синих линии. Как с двумя синими линиями быть? Очень просто. Обе синие линии идут в одном направлении, как и красная. Значит, красную нам нужно на запад. Ты у нас красная, да, ты у нас красная. Запад у нас здесь. Красная сюда, и здесь второй раз сюда. Синяя, значит, у нас идет... Так, кто здесь синий? Ты у нас синяя. А, ну ты правильно направлена на север. Ага. Ага, так, так, так. Зеленую. А, ну зеленая тоже правильно вроде стоит. Осталось желтая. Подожди, желтая правильно вроде. Нет. Значит, у нас... А, ну у нас на карте компас. А, ну да. Нам на юг надо красную направить. Ну, я на этот, на карту-то не посмотрел. Надо юг. Надо вот здесь. По компасу ориентироваться. Ага, ага, ага. Хорошо, на юг. Значит, у нас здесь синюю теперь на восток. А не на запад. И не на север. Так, на восток синяя идет. Зеленая тогда на север. Угу. Но она у нас так на север. И желтая на запад. И сокровище будет у нас в руках. Отлично. Где мое сокровище? Где мои монеты? Пиастры. Пиастры. Большая стрелка. Туда. Ну туда, это, конечно, хорошо. А там чего? Типа на восток. Что, все стрелки на восток направить? Ну давай попробуем. Ну что-то мне кажется слишком просто. Ну давай ради эксперимента. Не, ну не работает. Туда. Ага. Там цветы. Вот оно что, смотри. Реальный пиратский сундук. И вот к нему ведет. К нему цветы разноцветные ведут. Классно. Вот люблю такие головоломки. Настоящий сундук, слушай, хочется пойти посмотреть, если там чего. Давай пойдем.
вдруг в сундуке что-то хорошее. Открывайся! Открывается. А жаль. Хотел бы открыть сундук. Прямо сейчас. Эх. Ну ладно. Ну ладно. Воображаемый сундук откроем. Так, ладно, а у нас получается, будем, наверное, все равно нужно ориентироваться по вот этой карте, значит, красная у нас идет на восток, угу. Ну, кстати, правильно, потом, ну, похоже, что это у нас, так, если у нас на восток, то там идет поворот потом на север, да, желтая на север. Желтая на север. Чик-чик-чик-чик. Ага. Потом с севера на... Ну, допустим, вот здесь у нас север. Это значит снова на восток. Зеленая. Ну, типа, правильно стоит. Ага. И последняя. Это у нас что будет? Да я тут как-то... Это на северо-запад, наверное, да? Здесь, наверное, не прямые направления. Может, желтая действительно северо-запад? Да. Может, действительно. Ну, сейчас давай последнюю попробуем поставить на всякий случай. Ну, предположим, на юг. Был север, так будет юг. Так не работает. Так не получится. Да, нет, там все-таки действительно северо-запад какой-то. Ну, может, тогда и красное это тоже не прямое направление. Может быть, красное это тоже... Ну вот, чего? Северо-восток. Норд-ист. Что думаете? Вроде больше похоже. Красное похоже на прямое? Не знаю. Мне кажется, нет. Мне кажется, вот так. А потом этот... желтое, говорите. Желтое, мне тоже кажется, что это направление вот такое, а? Северо-запад. Может, оно перевернуто? Не, ну по идее не должно быть перевернуто, а вот здесь же у нас направление есть. Тогда вот это тоже под углом. Может, они все под углом? Желтый на север. Ну, сейчас попробуем. Давай зеленый выставим. Вот это точно угол такой. Вот такой. North East. Зеленый. Так, ну и синюю. Сейчас покрутим. Не. Желтый на север, говорите, да? Давай попробуем желтый на север. Ладно. Немножко методом подбора. Зеленый на... А зеленый на юга надо запад поставить. А, ну да, точно. Не, нифига. Не получается. Так, ну тогда красный ровно, что ли, поставить? Тогда что, красный ставим просто на восток? Так, да? Тоже не получается. Хм.
Но тут проблема, что, может быть, нам нужно карту тогда вот так держать. Может, здесь на карте север там? Если вот эта карта на самом деле. А не вот это использовать как карту. Тогда вообще все по-другому будет. По солнцу смотри. Ну и где у нас солнце сейчас? Ой, птица. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и где у нас солнце? Ну вот солнце. Оно у нас сейчас, это... ближе к закату? Или восходу? Птица летит на север. Не знаю, птица, вы в какую сторону летите-то? Не, ну север, наверное, там, где горы снежные, да? Наверное, там север. Не, я думаю, по солнцу ориентироваться у нас не выйдет. Надо это. Надо все-таки. Ну, давай попробуем вот как есть направить стрелки, да? Мне кажется, что вот так, если смотреть на них. Желтый тогда... вот так? Или нет? Подожди. Ну да, желтый вот так. Зеленый. Зеленый на север. А синий тогда... ну... черт. Я попробовал направить их вот просто как... вот мы смотрим на эту карту сокровищ, так и направил. Тут, конечно, такие направления не очень четкие. Не совсем понятно. Нужно ли вот это направление сюда переносить? Ну, давай еще раз пробовать. Допустим, что север все-таки там. Прямо. Зеленый точно не просто прямо. Может и точно, а может и нет. Так вот. Ну, допустим. Может, красный просто прямо. Вот желтый точно не просто прямо. Ну, допустим, что все-таки надо смотреть так, и вот здесь будет север. Не, ну да, да, типа вот здесь север. Хотя по солнцу там севера быть не может, да. Привет, Варлок, попробую поставить стрелки по направлению дорог. Так вот, мы и пытаемся это сделать. Привет, привет. Мы пытаемся это сделать, и видишь, что-то не получается. Допустим, там север. Давайте так. Тогда это будет северо-восток. Может, цветы ни при чем? Да, нет, цветы точно при чем. Цветы точно здесь при чем. Мох найти. Да уж. Мох на деревьях. Так, если здесь север, то желтый. Это будет... севера... это будет юго-запад. Желтый юго-запад. Саус-вест. Хэмптон.
Так, здесь тогда зеленый либо север, либо северо-восток. Пока что смотрит на... Давай поставим на северо-восток. А потом еще покрутим. И синий... Ну, тоже мне кажется, что он не по прямой идет. Под углом. Хотя нет, если вот... Вот синий должен быть северо-восток. Либо восток. Сейчас мы немножко методом подбора попробуем. Блин, не получается. Не, подожди. Стой. Я, блин, запутался. Я запутался. Не, неправильно, я же думаю. Если у нас север там, тогда я все неправильно сделал. Ой, заново все, короче. Так, север там. Предполагаем, что север там. Кстати, это и солнцу соответствует, в принципе. Так, север здесь. Красный и зеленый параллельные. Красный и зеленый параллельные. И желтый и синий параллельные, кстати. Я думаю, да. Только в разных направлениях. Красный и зеленый, короче, будут одинаково. Предполагаем, что здесь у нас север. Угу. А значит, север. Север. Восток. Северо-восток. Ставим зеленый и красный. Северо-восток. Северо-восток. Почему север? Потому что вот здесь на карте север сверху. Я предполагаю, что вот эта карта обозначает, что север вот здесь. Желтый и синий. Давайте попробуем так, потом попробуем по-другому. Давайте так, потом по-другому. Стойте. Так. Север здесь. Значит, желтый у нас идет. Подожди. Может, действительно юга? Может, я туплю? Фундук на юге. А, ну да, слушай, точно. Подожди, тогда на красный сюда поставить, на юга. Да, юго-восток, красный и зеленый. Вот. Так. Да. Зюй, ост. Так, сундук на юге. Ага. А вот это будет... Северо-запад и юго-запад. Желтый северо-запад. Ты юго-запад. А, черт. Юго-восток. Юго-восток. Нет? Юга, восток. Угу. Севера, запад. Ну, похоже на то.
Может, эти считаются прямыми? Может, это север, а это юг? Может, желтый на север? Да попробуем желтый на север. И не на юг. Нет. Не получается. Знаем ли мы, где находится юг, север, запад и восток? Но мы вот эту подсказку на карте используем. Но если карта... Ну, я предполагал, что вот это компас. И, соответственно, вот эти компасы тоже так указывают, видишь? Может, начало дороги это север? Ну, давай попробуем прямо тогда. Красный, что у нас? Красный, получается, на север. Может быть, вот север в той стороне, типа вот эта карта, и здесь север считается там. Давай попробуем красный на север. Это тогда у нас желтый на юга... На юго-запад. Тут зеленый снова на север тогда. И синий. Синий мы сейчас покрутим, и если мы угадали все остальные три, то он сработает. Нет. Не работает. На новый вариант. Если там север, то это у нас будет севера. Ну, синий не важно, мы его можем прокрутить, и если мы остальные три поставили верно, то синий сработает. Так, красный. На севера. Северо-восток. Желтый. На юго-запад. Блин, он и так на юго-запад. Зеленый должен быть либо север, либо северо-восток. Ну, вот видишь, не подходит. А если так, тоже не подходит. Да что такое? Ну, мы точно знаем, что мы как бы с вами знаем, что делать, но не понимаем, почему у нас не выставляется правильно. Ну вот там еще в чате говорят, красная на ЕНЕВ. Давайте попробуем то, что в чате говорят. Красная на Е, желтый на Н. А попробуем. Зеленый на Е. И не на В. Да нет. Не получается. Смотри подольше табличку, я хочу посмотреть. Эту что ли? Эту табличку, ну. Тут ничего нет. Просто стрелка и направление. Выставь все относительно друг друга правильно и крути. По одному по кругу.
Ну, кстати. Кстати, да. Кстати, да. Ну давай, красная и зеленая у нас должны быть параллельно, да? Типа так. И желтая и синий должны быть параллельны в противоположном направлении. Теории. Во. Протести, пожалуйста, мой вариант. Напиши еще раз его. Я сейчас его найду. Мы пока что будем метод научного тыка использовать. А желтую с синим нужно не просто параллельно, а в противоположных направлениях. Точь, 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 точь. Стой, 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 стой. Попробуй восток, северо-запад, восток, юго-восток. Окей, последняя попытка. Восток. Северо-запад. Восток, юго-восток. Открылась. Точно. Ананас Артём решил. Только последняя была не юго-восток, а юго... А, ну да, юго-восток. Нет, все правильно решил, реально. Слушай, а что ты это? Как ты это решил-то? Ты молодец, да. Ну-ка, давай разберемся. Так, вот у нас сейчас правильно выставлено. Так, зеленая смотрит на восток. А, ну типа по направлению, как и идет дорожка, да? Ай, красная смотрит. А, так мы просто смотрим и выставляем, как они идут. Так я вроде так пробовал. Плохо пробовал. Ну да, на нас Артём просто вот выставил, вот как смотришь, так стрелки и рисуешь. Я геометрию знаю, там все углы 45 градусов. Так, ну конечно, они 45 градусов. Какие они тут еще могут быть? Тут же направления. Не, ну решил, молодец, хорошо. Мне казалось, что я пробовал такой вариант, но, видимо, не пробовал. Молодец, молодец. Все, ананасу Артему медаль. Из ананаса. Молодец. Это мне тоже казалось, что мы пробовал, я пробовал направлять, но, видимо, я что-то не так направлял. Видимо, что-то не так делал. Ну, все, спасибо большое, а то бы мы тут сейчас навечно остались бы. Хорошо. Ну, пошли дальше. Следующее. О, крестики-нолики. Так, крестики-нолики. Ну, у ноликов явно преимущество. Четверо на одного. Там лодка, кстати. Может поплыть куда-то. Так, 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 так. В какую сторону крутить? Ну, я думаю, что нам нужно соединить кружки и прийти к иксу. Да? Ну, обычно мы приходили к иксу. Икс — это клад пиратский. Порядок цветов. RGBU. Red. Green. Blue. Yellow.
от красного к зеленому. Это будет юго-восток, south-east. Красный на south-east идет. Зеленый идет на north-west. Ага. А синий идет на north-east. Угу. И желтый на south-west. Кемптон. По-моему, здесь я решил. Нет. Ну как же так? Я же решил. Желтого нет, по факту это сочетание. Ну, желтый, да, типа оригинальные цвета Red, Green, Blue, но желтый тут у нас тоже есть. Соедини точки, так я вроде соединил. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Нет? Че, я опять что ли за это? Опять перемудрил, да? Что, может, надо игнорировать снова вот это вот направление? Зеленый, желтый, красный, синий. А почему зеленый, желтый, красный, синий? Чтобы типа прямой вот так. Начинать с зеленого. Тогда все проще. Тогда зеленый на норс. Все, я понял. Типа этот чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Окей. Не пересекалось. Тогда желтый на вест. А? Красный юг и синий запад. Точно. Ну, короче, осталось. Я просто думал, что надо начинать как раньше с красного. Ну и типа номерам цветов, а на самом деле просто по карте. Ну, чат, тут меня чат точно побеждает. В этих направлениях не силен я в спортивном ориентировании. Не моя сильная сторона. Да, крутая игра, мозгоразрывающая. Мне тоже нравится, классно, да? Карта. Кто-то карту испортил. Ну, блин. Так, ну там так вот мелко видно, что вроде сначала зеленый идет. Вот она карта. Ну, так можно разобрать, так что вот зеленый, короче, идет на вест. Вот он тут начинается. Потом уходит в темноту, там ни черта не видно. Ну, по-моему, дальше красный на север. А ну, красный и так на север у нас, да? Это ж красный. В тумане ничего не видно. Вот это либо желтый, либо зеленый. Но зеленый у нас уже был, да? Значит, это желтый. И желтый будет идти на ист. А тут я, по-моему... Ага, все, получилось. Получилось. Хорошо. Ох. Ха-ха-ха. Два вверх. Поверни налево. Три вниз. Поверни налево. Четыре влево. Поверни направо. Три вниз. Так.
Песенка. 12 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо! И бутылка рома. Кстати, здесь 12. 3 плюс 4, 7 плюс 3, 10, 12. Я там, по-моему, 13 было человек. Но 13-й был лишний. Поинтересовать? Я не понимаю все равно, что значит 2 вверх, поверни налево. Что это значит? Мне нужно в голове нарисовать 2 шага вверх. Верни налево. А что значит потом 3 вниз? Всем привет! Пропустил начало стрима, не подскажет, что за игра. Стрим не подписан, очень интересно выглядит. Привет, Винатор! Да, игру в Steam не добавили. Силлогизм игра называется. Это повороты. Вороты. Так, ну чё, Paint, что ли, открываем? Два вверх. Поверни. Не с той стороны начал. Стой. Два вверх. Поверни налево. Три вниз. Поверни налево. Четыре влево. Поверни направо. Это как? И три вниз. Это не то. Два одинаковых направления получаются. Поверни, не равно двигайся. Синий просто до трех укорочен. Не, ну, что-то не то, ребят. Не. Красный два вверх. Северо-восток, восток перебором. Попробуй, пожалуйста, вдруг я опять умный. Не, я думаю, знаешь, ты умный. Я просто пытаюсь для себя решить, как это. Что мы делаем-то? Значит, два вверх, поверни налево. Три вниз, поверни налево. Два вверх. Поверни налево. Ты думаешь, два раза нужно на запад идти двумя? Не, вот то, что мы нарисовали, да, получается типа как север, запад, запад, юг.
Да, ребят, мы вместе решаем, тут все нормально. Не-не-не, у нас такого слова, как бэкситтинг, нету. У нас мы ж первый и второй пилот. У нас общий самолет. Мы вместе. Вместе летим. Вместе за штурвалом. Все нормально. Так. Ну давай попробуем самое простое решение, да, которое мы сразу придумали. Тогда у нас будет север. Север два запада подряд почему-то. Зеленый, синий на запад. Ну давай попробуем. Вдруг действительно. И этот ты будешь на юг. Нет, не. Все-таки что-то вот эти вот два пункта как-то не сочетаются. Два вверх, поверни налево. Три вниз, поверни налево. Два вверх, поверни налево. Если мы опять же это все в пейнте отрисовываем. Два вверх. Может, тюрн еще какой-то как-то переводится? Ну, тюрн еще ход переводится. Типа, your turn, твой ход. Ваш ход, мистер Бонд. А еще может, тюр может быть возбуждение, да. Turn on. Включить. Turn тоже как включить переводится. Turn on. Ну, короче, переводов куча, но на самом деле здесь точно поворот. Может, повороты на 45 градусов как раз. И что это нам дает? То есть надо поворачивать компас. Что значит 2 up? Слушай. Подожди. 2 вверх. Повернуть компас налево. О. О. Так. Повернули компас влево, и у нас направление теперь северо-восток. На севере, там, где раньше было. И мы по этому новому дурацкому компасу, сломанному, идем 3 вниз. Это что значит? А вниз у нас теперь будет. Юго-запад. То есть. Вот так. Теперь мы снова поворачиваем налево. И теперь у нас. Компас смотрит. Востоком на север. Я в своей голове этот компас вращаю. Так. И теперь мы идем 4 налево. А слева у нас теперь север. Раз, два и 4.
Теперь мы поворачиваем компас направо в голове у себя. Так, компас направо поворачиваем. У нас на севере теперь северо-восток. И внизу у нас будет юго-запад. И это будет желтый. Ну чё, ребят? Я придумал. А вы не видели, что ли? Видели? А, видели. А чё, оно не сохранилось, что ли? Paint глючит. Paint, алло. Чё, так вы когда-нибудь такое видели в Paint? Какой-то баг. Давай попробуем вот то, что я сейчас нарисовал. Там посмотрим. To up слитно. To up имеется в виду подняться. Первый раз слышу такое. Никогда не слышал выражение to up в контексте подняться. Никогда. Нет, to up the stakes, типа поднять ставки. Вот в таком контексте слышал, но это что-то фигня какая-то. Мне кажется, это слишком заумно. К тому же, спойлеры, разработчик не англичанин. И он, по-моему, я не думаю, что он знает такие эти хитрые. Особенности английского языка. Rise the stakes? Ты можешь сказать to up the stakes? Ты можешь сказать. Ты можешь сказать, например, I put down my house to rise to up the stakes. Можешь сказать и to rise the stakes, и to up the stakes тоже. Я заложил дом, чтобы поднять ставки. Ты можешь сказать. Только вот в некоторых предложениях с определенным контекстом. Вообще rise the stakes будет верно. Когда ты будешь говорить, типа, я там что-то делал, чтобы поднять ставки, можно использовать up. Но это очень нишевый контекст, я не думаю, что это оно. Так, давай пробовать. Красная, короче, север. О, красная, север. Зеленая, юга, запад. Давай на юго-запад. Синяя снова север. И ты у нас юго-запад. Да ёшкины кошки, не сработала моя, блин, хитрая тактика. Все правильно я выставил, черт. Если идти по карте как пират и поворачивать на 45 градусов, получается север, северо-восток, юг, юго-восток. И давай попробуем. Север. Северо-восток. Восток. Нет. Зачем цифры? Может, и не значит, сколько раз поворачивать? Ну,
Ну вот и Зариус что-то придумал в чате. Типа, стартуем с красного, идем на север. Два шага. Окей, на север. Это мы определились. Два шага. Поворачиваем на норс-вест зеленым. Хорошо, повернули. Три шага идем в противоположную от повороту сторону, то есть на саус-ист. Лучше, по моему сообщению, в пейнте разрисуй. Нет, давай нам уже это. Давай лучше говори, куда идти. Давай нам методику, а то мы тут застряли, капец. То мы сейчас полчаса рисовать будем, а вдруг оно не получится. Зеленый саус-ист. А, то есть наоборот, да? И не на юг. Нет, не получается. Красный на норс? Ну да. Что-то это. Совсем мы с вами застряли. Два вверх, поверни налево. Три вниз, поверни налево. Что значит поверни? О, повернуть. Есть метод в палец неба? Не, ну там 4000 вариантов. Красный север, зеленый восток. Они тоже север. Вот и запад. Ну, мы уже подбор делаем. Может, надо начинать с последнего, с желтого? Может, сначала внизу, а не вверху, как у всех людей. Так, еще от чатеров. Давайте еще раз. Норс. Зеленый из Саус Уэст. И Норс Ист. Непонятно, что значат стороны. Вообще непонятно. Непонятно, что значит поверни вправо, поверни влево, поверни влево. Вот чего непонятно. Так. Давай еще раз paint, только начнем с желтого. Хотя, конечно, желтый, по идее, должен быть последним. Thank you.
Так, три вниз. Четыре влево. Поверни вправо. Вот что поверни вправо? Чего надо вправо-то повернуть? Почему вниз-вверх вместо этих? Почему вниз-вверх вместо направлений на карте? Теперь влево, поверни вправо. Ну, компас повернуть, может, надо. Рисуй человечка, и куда он лицом смотрит. Хорошо. Короче, вот у нас... человечек. Смотрит сюда. И идет два раза вверх. Пошел. Молодец. Теперь он поворачивается налево лицом. Угу. Так, повернулся налево лицом. Пошел три вниз. Так. А низ у него где теперь? Типа назад? Пошел спиной назад на три. Так что ли? Допустим, пошел три вниз. Низ у него теперь справа. Ну, допустим, что у человечка низ стал справа резко. Что это такое? Кисть дай. А! Раз, два, три. Теперь он стоит все еще. Теперь он поворачивает налево. Теперь он смотрит сюда. Странный человечек. Теперь он идет 4 влево. Ну а лево у него теперь здесь. Ну мы это уже пробовали, да? Нет, лево у него теперь здесь. Не то. Это право? Почему право? Он стоял лицом сюда и повернулся налево. Вот у него левая рука. Вот у него левая рука. Да, север, восток, восток, восток получится. Вроде пятница, короткий день, людей на стриме нет. Все убежали.
Что-то, короче, мы не можем решить с вами эту загадку, по-моему. Всех мозг сломался, все пошли заниматься чем-то нормальным в пятницу. Что значит в итоге цифры? Без понятия. Короче, ничего не понятно. Ньювс попробовать. Кстати, да. Пробовали мы Норс и все на восток? Нет, не пробовали, потому что это звучит супер глупо. Ну давай попробуем. Север, юго-восток. Точно красный север? Нет, но мы все думаем, что красный север, потому что начинается с two up, два вверх. Может, к повороту стрелок надо добавить указанные цифры. Что это значит? Изариус, только что вот новый твой вариант попробовал, видишь, не работает. Давай попробуем начать с желтого. Желтый юг. Угу. Тяни. 4 влево. Угу. Повернуться направо. Зеленый 3 вниз. Вернуться налево. А, ну тогда у нас этот не работает. Не работает вот этот. Арлок не пробовал новости. Окей, пробуем новости. Ус. Новости. Срочные новости. В каких задачках включался up, down, left? Ни в каких. Ни в каких не было такого. Ну чё, давай эти звездочки вставим. Ну блин, если бы оно решение показало, оно ж еще и решение не покажет. Просто пройдет. Чё сзади? Ну сзади тут можно скипнуть головоломку. Ну вот я уверен, что оно нам решение не покажет. Мне это... Больше всего решение интересует, а не само прохождение.
Пробовали то, что с человечком получилось? Пробовали. Ну, там фигня получается. Там фигня какая-то получается. Два вверх, повернуть налево. Ну, вот идея была, что компас надо поворачивать. Вверх, поворачиваемся налево. Так, на Ютубе говорят желтый юг, синий вест, зеленый саус-вест. Не работает. Считать цифры для поворота, что маловероятно, получается север, северо-восток, северо-восток. Ничего у нас не работает. Мы совсем не можем с вами сообразить. Поворот на 90 градусов делать. А тогда у нас фигня не получается. Давайте еще раз. Поворот компаса на 90 градусов. Вверх. Поворачиваем налево. Типа поворачиваем компас налево. Если мы повернули компас налево, то у нас теперь на севере ист и 3 вниз получится восток. Три вниз получится запад. Запад, запад, запад. Так, запад. И поворачиваем еще раз налево. То есть теперь мы смотрим лицом на юг, грубо говоря. Идем налево. Слева от юга у нас... А у нас восток получается. 5. Получится, что возвращаемся назад. Глупость какая-то. Да, получается все время, что мы на восток будем тогда двигаться. Поворачивать на 45 градусов, ну, давай. Давай еще раз. Давай на 45 градусов поворачивать. Окей. Так. Мы уже, по-моему, так делали. Поворачиваем на 45 градусов. И идем вниз. Вниз у нас... Да, мы уже пробовали. Да, мы его пробовали самым первым. Да, вроде как логично. Давай попробуем еще раз. Вдруг я это что-то там не так нажал.
Получается. Вот там уже у нас бумажки пробуем вертеть в руках. Все равно не получается. Я с бумажкой по комнате ходил вообще. Красная может с учетом поворота на Northwest поставить. Ты думаешь, что надо читать слева направо? Может, у нас красный неправильно? Может, надо здесь сначала turn left, а потом 2 up? Подожди. Что если нужно действительно по стрелку поворачивать после того, как ты типа прошел? Глупость полная, да? Так, вон человек с бумажкой по комнате ходил. Говорит, надо вот так. 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 Ну и последняя вещь не получится. Может, заплатим звездами? Проблема в том, что я не думаю, что оно нам даст решение. Я думаю, если мы заплатим звездами, оно просто засветится и нам не скажет, как правильно. Если карту вертеть, получается... North... Southwest... Саус. Мне кажется, что мы пробовали. Оно нам и не надо? Как-то не надо. Самое главное решение. Что нам вот это? Как раз самое главное это решение. А мы можем бросить и вернуться сюда потом. По-моему, мы все в тупик всем чатом зашли. Я дружно. Сейчас решим. Сейчас все решим, ребят. Смотри. А? Смотри на окружение. Тут болото. В окружении болото. 4096 вариантов. А меньше, потому что мы предполагаем, что красная на север.
Давай попробуем Northwest. Давайте пробуем Northwest, West. Northwest, Northwest. Как-то странно. Так, Northwest. West. Как игра называется? Силлогизм. Силлогизм. Но прохождение мы на Ютубе не найдем. Я думаю, мы первые. Есть предположение, что после шагов челик смотрит лицом туда, куда шел, а не ходит спиной. Тогда повороты нужно считать по-другому. Сейчас подумаем. Так, ну вот еще в Ютубе вариант. Желтый на юг. Southeast. Зеленый ВС. Неа. Нет. Все стрелки в центр. Ну да. Чё-то мы... Как-то мы всем чатом не можем решить. Что за дела? Жесткая какая-то загадка. Ну давай еще... Вот еще одна попытка пейнта. То, что говорит... То, что говорит Бердед Гинджу на Ютубе. Давайте попробуем еще раз. Так. После шагов наш человечек продолжает идти в ту сторону, в которую смотрит. Так. Прошли вверх. Повернули налево. Но мы поворачиваем на 45 градусов, я думаю, иначе это все будет бессмысленно. Вернули налево. 45 градусов. Пошли вот сюда. Но написано 3 down. Почему 3 вниз? Почему 3 вниз? Что это вообще значит? А вверх повернуть налево. 3 вниз. Игнорить цифры. Окей. Вверх. Вернуть налево. Еще повернули налево. Теперь мы идем сюда, да? Повернули направо. Идем сюда. Ну вот такое получается тогда.
Давай так. Да, ну исчезла. Давай так. Зеленым неправильно ходили, почему? Ну или налево и пошли. Игноря вниз, там влево и все остальное. Налево снова повернул в конце. А, там надо было направо. А, окей. Ну, последнее вообще не важно. Последнюю можно крутить, оно само подберется. Нам нужно угадать три. Последнюю можно вращать, она сама решится. Ну и не получается, короче. Нет, что-то непонятно. Если игнорить цифры бессмысленно, их бы тогда не было, смысловая нагрузка теряется. Но у нас когда-то была загадка, где вообще нужно было знаки зодиака изучать и астрологию. Поэтому ничему не удивляемся. Так, ананас Артём. Давай, спасай нас. Норт-Вест, Ист, Саус-Вест, Саус. Нет, ничего не подходит. Ничего не подходит. Я не понимаю, нафига эти цифры, я тоже. Какая-то очень странная задачка. А еще когда-то была загадка, где белый цвет был цифрой 1, а черный цвет цифрой 0. И это надо было просто знать. Так что... Ну, типа, ты должен был понять, что... Ну, понятно, все знают, что белый цвет это 1, а черный 0. Ничего непонятного-то. Это база двоичного кода. Ну чё, походу мы застряли. Всё, чат. Приехали, приплыли на пиратский остров. Так, Алиса, давай твой вариант еще. И все. Мы с вами почти все решения делаем с предположения, что красный будет на север. А вот я думаю, он не на север. Я думаю, он куда-то в другую сторону, но куда? Без понятия. На вест? Почему? Тоже непонятно почему.
Подожди. Красный на вест. Два вверх, потом влево. Лево это что? Это вест. Ну да, ну я думал сначала. Так, хорошо, вест. Тогда этот. Что теперь три вниз? Там запятые есть, да. Не-не-не, ты. Не, динозавр новое какое-то предложение даешь. Все хорошо, потому что все остальное у нас не сработало. Аус, вест, вест. Да ну не. Андрей! Решил! Решил! Вест, Сауст, Вест, Вест! Три Веста! Как ты до этого догадался? Какого черта? Три стрелки в одном направлении! Как? Гений! Как ты... Что? Давай решение пиши. Как он это сделал? Окей, Андрей, на тебя смотрит вся страна. Давай пиши. Как? Что это было? Андрей F в чате на Твиче решил. Просто только что. Вот решение написал. Помогал в разработке игры. Это было с человечком? Разве? Вест. Короче, запад, юг, запад, запад. Я решил, что вся надпись имеет отношение к одной стрелке, поэтому красную налево, зеленую еще раз налево, синюю направо и желтую повтор синей. Чего? А что значит 2 up, turn left, 3 down, turn left? Что все эти 2 up, 3 down, 4 left значат? Я не вообще не понял. Циферки ничего не значат, они просто... Какое решение? Вот Андрей только что написал решение, и я его не понял. Капец. Это огромный мозг. Только повороты, цифры и направления лишние. О мой бог. Нужны только тюрны, а все остальное не нужно. О мой бог. Короче, загадка-ловушка Джокера, да? Надо игнорировать всю часть головоломки. Просто turn left, turn left, turn right и все. Офигеть. Чибиси! Я его придушу в Дискорде. Окей. А вот это последнее значило, что надо просто стрелку не поворачивать, а повторить то, что было в прошлый раз. О мой бог. Час решали всем чатом, да.
Жесть. Фух. Так, ну что, осьминога-то сделали. Все, это последняя, надеюсь, была. Это была последняя осьминога. Капец. Ну, у меня немножко бомбит. Потому что... Ну вот реально загадка, ловушка Джокера. Фух, свобода! Прощай, Луизиана, гори синим пламенем. О мой бог, сколько еще загадок? Ну еще получается 3 осталось локации, ну если верить тентаклям от совы. Ну и, наверное, будет еще какая-нибудь последняя, секретная, там, финальная. Ну, это все, в следующий раз. Я уже все. Так. Нас сохранит, надеюсь. Надеюсь, что... Если мы выйдем из игры, сохранится. Все. Если оно не сохранилось, ну что ж.